А я продолжаю смотреть отели Swiss Inn. Все так же в Хургаде. Двигаемся смотреть отель Виктория. А, смотрите, отель работает и зимой, бассейны подогреваемые, даже вот здесь есть вот такая часть, сразу из лобби бассейн, здесь пока закрыто, и можно выйти вот так вот на улицу. Вот такая у нас здесь с вами территория, территория большая достаточно, сейчас мы по ней прогуляемся. Выходим с вами на пляж, естественно, песочек, все как положено. Песчаный заход, отличный заход, как видите. Море спокойное, никаких камней нету. Сегодня у нас денек супер просто. Вы заметили, да, друзья, что сегодня у нас просто прекрасные входы в воду, отличные пляжи, отличные отели. Завтра, думаю, будет еще лучше.